А перед началом данного видеоролика хотел бы передать привет таким замечательным пацанам, как Супер Сам, Фил и Кеншин. Спасибо большое за положительные комментарии под моими роликами, тем самым вы подняли его в топ. Если вы тоже хотите попасть в видеоролик, напишите в комментариях любое сообщение, и рандомно я выберу 3 человек, которые будут в следующем ролике. Ладно, давайте переходить к моему новому видео. Привет, братюни, это я, Туркин Икс, и по переходу на проект Pierce Project я нашел большое количество багов, и сегодня бы я хотел поговорить об одном очень классном баге, который даст вам невероятную халяву. На этом вы сможете сэкономить очень большие деньги, и поэтому давайте приступать. Я знаю, что каждый любит халяву, и просто по началу игры я сразу столкнулся с этим. Давайте обратим внимание, что сейчас 3 апреля, и сейчас мне звонит какой-то чувак из автосервиса. Это обучение в начале игры, где мы должны типа взломать, так сказать, машины. Но посмотрите, у меня сейчас в инвентаре 45 отмычек. И сегодня я вам покажу, как их можно бесконечно дублировать и как сломать, так сказать, систему этого Pierce Project. Не уверен, что этот баг долго продержится после этого. И простят меня люди, которые давно им пользуются, но я его сливаю. Смотрите, все очень просто. Сейчас у нас на карте появилась отметка, куда нам нужно следовать. Там находится сам автомеханик. И давайте поскорее туда отправимся, арендовав самый дешевый велик за 70 баксов. Ну, можно на автобусе. И вот она, можно сказать, метка. Смотрите, значит, вылезаем. У нас сейчас, запоминайте, 45 отмычек. Вот 15, 15, 15. Заходим и подходим к этому чуваку, типа, привет, нам нужны отмычки. Вот, Хэнк выдал вам отмычки. Заходим в инвентарь, у нас теперь 30, 30 и 30. Понимаете? А, еще 30. Смотрите, отмычки просто бесконечно дублируются. Теперь же нам нужно как-то отменить это задание. Мы можем либо умереть, либо нас кто-то убьет. Ну, можно еще релогнуться. Так что давайте я сейчас релогнусь и снова вместе с вами появлюсь на спавне. Вот смотрите, я сейчас встаю, мне опять пишет, что кто-то звонил и просил приехать, и это снова автосервис Хэнка. Давайте снова, значит, отправимся туда и провернем то же самое, и посмотрим, сколько в этот раз у нас будет отмычек. Я не знаю, можно ли их куда-нибудь складывать, потому что место в инвентаре они, конечно же, занимают, но если их можно, например, положить дома, это будет очень круто. Давайте, значит, я сейчас не буду вам заново показывать весь путь, а просто уже встретимся у самого. Ну вот, значит, смотрите, мы снова приехали к Хэнку, снова запоминаем, сколько у нас вот это. Интересно, это 30 или 20? Ну вот, смотрите, короче, допустим, это 20-ка. Не будем сильно завышать, вот 20-ка у нас. Это у нас уже, 4, 40, 80 отмычек уже, 80. Смотрите, мы, значит, снова подходим. И он нам снова выдает отмычки. И смотрите, у нас уже по 25 походу. Или по 35. Тут неразборчиво написано. Смотрите, 25 плюс 25, 50. 50, это уже 100. 125 отмычек. Это нам вот посюда, вот по жизни хватит. Можно вот это делать бесконечно. У вас будут самые бесконечные отмычки на всем сервере. И это можно очень сильно проворачивать, так сказать, в свою пользу. Я не знаю, нужны ли это кому-нибудь отмычки, но саму недоработку, саму халяву, я хотел вам это показать, я вам ее показал, не видел еще нигде на ютубе, так что можно сказать, что это эксклюзивчик, и хочу попросить за этот эксклюзив у вас лайк. Если вам действительно понравился ролик, если вы любите халяву, то подпишитесь ко мне на каналчик, потому что видосы по Pierce Project будут выходить, не знаю как часто, ничего обещать не буду, но будут выходить. Особенно какие-нибудь баги, недоработки. У меня есть еще один классный, так сказать, баг на денежку, который я чуть попозже солью, когда сам себе нафармлю. Потому что это просто easy money, самые легкие деньги на этом сервере. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, как вам этот баг обошелся. Потому что именно ваш комментарий может попасть в следующий ролик. Ну а с вами был я, Туркин Икс. Всем удачных игр, пока-пока.